Я должен сказать, что, по-видимому, в этом движении и кораллового клуба, и подобного рода общественных движениях рождается новое поле науки. Поэтому то, что в практике делается, это колоссальное внедрение сейчас в область здоровья, сокращение смертности, повышение репродуктивности человека, его психологического настроя. Эти биологические добавки иногда нужны, они могут хорошая помощь оказать, если это очень качественно проработанные средства. Ну вот, допустим, коралловый клуб, они качественно прорабатывают то, что они делают, поэтому это помогает. Там, допустим, коловада, там порошочек, кишечник улучшается, работа там. Кораллы действительно влияют на иммунитет человека. Все то, что они говорят, это правда. Но это не действует как лечение. Это просто профилактические какие-то вещи, которые поддерживают здоровье в какой-то степени. Там кора муравьиного дерева, правда, помогает при вирусных заболеваниях там, и так далее. Есть такой в коралловом клубе кальций, коралл, Coral Mine, порошок. Он, вот скажем так, если его в дистиллированную воду поместить и размешать, то мы увидим все параметры, которые возвращаются вот к той норме, то есть воды в клетке как есть. А это просто древние отложения определенных кораллов, их остатков, там, которые содержат и органические минералы, вплоть до уникальных, типа лития, кремния, там, особо ценных. Да? Раковые клетки развиваются в кислой среде. В щелочной среде раковые клетки развиваться не могут. То есть вам понятно, если вы не хотите умереть от рака или инсульта, вам необходимо пить живую воду с показателем ОВП и pH, соответствующим живой воде. А это значит, что у вас появляется как минимум здоровье, а как максимум уйма свободной энергии. Если вы в живую воду добавите кораллы Санго, это продукция, которая выпускает коралловый клуб, информацию о нем можно найти в интернете, то это будет вообще идеальная живая вода. Воду вы можете начать пить в живом виде сразу, уже сейчас. И как я уже говорил, лучше не менее 1,5 литра в день вот такой вот чистой воды, живой. И результат не замедлит себе долго ждать. Если у вас были какие-то недомогания, болезни, буквально через неделю или две, вы получите заметное улучшение. Организму, повторяю, необходима чистая вода для того, чтобы он мог очищаться. Да. Что будет являться живой водой, которая восстановит кислород? Живая вода – это щелочная вода. Угу. От 7,5 – 8, 9, 10. Так. Это талая вода, это та, которая талая нужна. Вода. Есть специальные активаторы, которые создают вот такую воду. Понятно. А мертвая вода – это как раз кислая. 2, 3, 5 pH. Толка от нее нет. Она только наружно используется. И вот поэтому живая вода – это то, что необходимо нашему организму. Более 10 лет компания «Международный коралловый клуб» продвигает на рынок революционный продукт Coral Mine на основе кораллов, добываемых со дна Японского моря вблизи острова долгожителей Окинавы. Каждый человек имеет право пить чистую живую воду. Coral Mine – это новое поколение продуктов Санго, более очищенный и эффективный. Он связывает хлор и вредные примеси, выводит избыток кислоты из нашего организма и восстанавливает кислотно-щелочной баланс. Отто Варбург доказал, что в щелочной среде раковые клетки не развиваются. Меняя положительный заряд на отрицательный, он превращает мертвую воду в живую, способную связать и вывести токсины и свободные радикалы из организма. Это мощный антиоксидант. Coral Mine – древнейший продукт, который восстанавливает информационную структуру воды и клетки регенерирует. Полноценный минеральный состав позволяет ему стать высококачественной, жидкой пищей.
и предупреждать болезни, связанные с дефицитом питания и дефицитом минералов. Сегодня Coral Mind признан одним из наиглавнейших wellness-продуктов, базовым продуктом для здоровья человека. Коралловый клуб за продвижение этого продукта награжден дипломом и медалью Мечникова за вклад в укрепление здоровья нации, а также дипломом и медалью Эрлиха. Это европейское признание ученых и экспертов. Сегодня мы по-прежнему занимаем лидирующее место в этой области.